Здравствуйте, друзья, компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ под веселую и задорную музыку, под аккомпанемент праздника, который проходит сейчас на территории школы, здесь, на Флотской 64, начинает прямую трансляцию матча третьего тура высшего дивизиона А. Третьего тура, но первой игры для сегодняшних соперников. «Эписи» и «Легион» играют, пожалуй, один из самых важных для себя матчей на этом отрезке чемпионата, потому что, ну, не будем лукавить, и те, и другие будут бороться за возможное попадание в Еврокубке, в первой восьмерке. Едва ли эти команды составят компанию топ-клубам Севера в борьбе за медали чемпионата, но попасть в шестерку вполне возможно, и от результата очных противостояний будет зависеть очень много. Ну что ж, игра началась. Стартовый свисток Алексея Копылова об этом возвестил. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. Давайте смотреть. АПСи в красной форме, Легион в черной. Сейчас по составам пробежимся и будем смотреть, будем разговаривать о турнирной мотивации тех и других. В общем, вообще о раскладах, о результатах, о том, как в этом сезоне играется чемпионат, о новой схеме, безусловно, скажем. Ну и в самом начале, наверное, стоит сказать, что тяжелое поле, опять снегопады. Никак мы не можем в этом году выйти, ну, вот, на какую-то более или менее весеннюю погоду. Знаете, что, собственно, вот праздник Масленицы, он и обозначает приход весны. Ну, на календаре пока 18 февраля. Еще, в общем, до такого полноценного наступления весны времени достаточно, но у нас по погоде, по полю настоящая зима. И в этом сегодня довольно долго не играли, и в январе, и почти большую часть, почти две трети февраля, и все равно приходится в сложных условиях достаточно выступать. Наверное, только хорошие, да, только добрые слова, можно сказать, в адрес работников стадиона, которые все-таки это поле в пригодное состояние привели. Если назывались эти поля спорными на прошлой неделе, то сейчас, по-моему, все бесспорно. Играть можно, хоть и скользко, ну, даже вот разметка видна, разве что оранжевые мячи нам о зимнем футболе говорят. Итак, АПСи в качестве хозяина поля сегодня не самым основным составом, не самым оптимальным играет команда Григория Рыгалова. В воротах Юрий Байков, номер один. Сегодня не смог принять участие в матче Дмитрий Яснов, а, как и мы знаем, Виталий Горелов перешел на правах аренды в Gold Shark. И как раз он за «Акулу» уже два матча на этой стадии чемпионата провел. Пару защитников составляют Артем Феоктистов, номер 78, Михаил Лобанов, номер 14. Над ними в опорной зоне, в зоне переднего защитника, Марат Сабиров, номер 4. Трио полузащитников: Сергей Трушников, 17, Гаги Петросян, 18, Евгений Овсянников, 2. И на острие атаки Глеб Волков, номер 13. Пока такая расстановка. Думаю, что по ходу игры появится на поле Василий Милентьев. Он задерживается, но, как сказали руководители АПСи, что сегодня обязательно будет. Ну и, в общем, учитывая статус бомбардирский Василия Милентьева, его чутье, его результаты, и его результаты против «Легиона», в частности, об этом поговорим, это, конечно, серьезное усиление и необходимость для красно-черных. «Легион» в следующем сочетании. Здесь тоже есть проблемы с составом, но все-таки они скорее касаются глубины этого самого состава, а не лидеров команды, которые в строю. В воротах Александр Дементьев, номер 35. Три защитника слева направо. Дмитрий Неруков, 33. Максим Белокрылов, внимание, новичок «Легиона», номер 25. Игорь Дермаков справа, номер 77. В опорной зоне Александр Седов, 17, капитан команды. На флангах атаки Виталий Обласов, 88. И Максим Ларин, 60. 59, еще один новичок. А здесь момент первый. АПСи открывает счет. Заталкивает мяч в ворота Дементьева Волков. И какая у нас минута? Сейчас разберемся.
начало пятой минуты, ну или конец четвертой, вот, если точнее быть. 1-0, APC выходит вперед. Гол не то чтобы не вытекал из логики игры, но команды, в общем, обменивались опасными атаками. И у Легиона был момент у Казаряна вот несколькими минутами ранее. И до этого опасно APC разыграли угловой. Там Гаги Петросян наносил удар в падении. Я думаю, что по такому полю, в принципе, мы можем ожидать каких-то ошибок от футболистов. Поэтому, ну, не то чтобы делаем ставку на верховой результат, но, по крайней мере, ждем красивого футбола и обилия голов. Что касается схемы, да, сейчас еще эту атаку, нет, не будет атаки. Здесь Овсянников правила нарушал. Что касается схемы, по которой играет Легион, здесь, наверное, вряд ли мы увидим Обласова на фланге в чистом виде. Да и Ларин, вот я гляжу, сейчас смещается в середину. Поэтому скорее стоит говорить об атакующем треугольнике, ну, так, точнее, таком треугольнике полузащитников в центре поля. На острие, понятное дело, Казарян по всему фронту будет действовать. Ну, а что касается APC, то здесь, наверное, позиции футболистов привычные. Когда выйдет Милентьев на поле, вот мне только интересно, куда сместится Волков. В принципе, он может сыграть на любой позиции. И в качестве одного из крайних защитников-полузащитников. Но после этого момента Казарян сравнивает счет. 1-1. Сам все сделал. За ним не поспел Марат Сабиров, и такой вроде бы неказистый удар Казаряна с носка приносит Легиону результат. Ну что, там где-то чуть больше минуты потребовалось команде Александра Седова, чтобы счет сравнять. И Юрий Байков не выручил команду. Тут голкипер практически, по-моему, с момента основания APC за команду выступает. Когда-то был таким безоговорочным основным вратарем. Но вот после того, как APC начал свой путь наверх из третьего дивизиона, усиливал состав, приглашал футболистов, ну, скажем так, поигравших в более серьезных командах, постепенно Байков превратился, ну, в такого резервного голкипера, резервного в том смысле, что всегда он мог подменить своих партнеров, приехать, когда это нужно, но играл крайне мало. Сейчас, наверное, чуть больше ему игровой практики достанется, потому что Яснов все матчи проводить не может, как сейчас мы видим. Здесь два жестких стыка в центре поля. Там кто, Феоктистов, а нет, Михаил Лобанов подключился по центру, его сбили, мяч на правый фланг был отброшен, и там тоже сбили футболиста APC. Поэтому опасный штрафной. Здесь от Волкова мы ждем дальнего удара, ну, ждали, как мне кажется, но Волков в центре штрафной сейчас находится, и, судя по всему, Марат Сабиров пробьет, либо будет розыгрыш. Александр Седов получает травму в этом единоборстве, и это определенная проблема для Легиона, потому что только Сергей Миронов на скамейке запасных. Команда сейчас переодевается и выходит на поле. Выходит непосредственно вместо капитана в опорную зону. Ну, либо как-то перестроится. Может быть, Игорь Дермаков выйдет повыше, а Миронов займет место в обороне. После штрафного будет ясно. Достаточно опасно, но мяч в сторону от ворот шел. И будет желтая карточка Дармакова, да? Он слишком сократил дистанцию, олицетворяя стенку между собой и мячом. Это такой, скорее, дисциплинарный штраф. Штрафной требуется повторить. И на этот раз готовится прямой удар. По-моему, хороший удар низом. Мяч там проскользил. Волков пяткой добивает. Еще одно добивание. Блокирует Нерогов этот удар. Казарян возвращается в оборону. Помогает своим партнерам и зарабатывает штрафной. Он помогал себе руками.
Хотя и возмущается, но по мне фол был очевиден. Здесь по Пину Казаряну нужно согласиться с решением арбитра. Тем временем Эпизи разыгрывает. Это штрафное и опасное. А вот здесь уже фол, мне показалось, был на самом Казаряне. Он на газоне, ему досталось в стыке. Арбитр считает, что это игровое столкновение. На таком скользком поле эти моменты, ну, не то чтобы неизбежные, но вполне возможные. Сейчас Алексей Копылов так в сторону скамейки Легиона вопросительно посмотрел. А там травмированный Седов. Если Казарян игру продолжить не сможет, то я не знаю, как там. Но Седов, мне кажется, и на костылях выйдет, если понадобится. Вот другое дело, что, конечно, при всем уважении капитану Легиона заменить полноценно Казаряна у него не выйдет. Ну ладно, игра возобновилась. Мяч у Дементьева, он с Неруковым играет. На правый фланг перевод и просто вынос по центру. Здесь, правда, опять Сабиров неловко мяч принимает и успевает Лобанов выбить из-под ноги у Казаряна в аут. Мяч у Легиона остается. Ларин пока себя не проявил. Времени было немного. Легион мало проводил в атаке. Но футболист, так скажем, с хорошей прессой в Легион переходивший. В общем, пресс-служба Легиона всегда своих игроков в лучшем свете преподносит. Но у Ларина действительно неплохой послужной список для молодого игрока. Есть опыт выступления в Суперлиге российской мини-футбольной. В общем-то, наверное, ему чуть удобнее на хороших полях себя проявлять свою технику и так далее. Но, с другой стороны, никто не отменял старую футбольную истину, что если футболист техничный, на любом поле у него будет над соперниками преимущество. Живо у нас игра идет. Вот смотрите, 12-я минута, два гола мы увидели, много событий, борьбы, стыков. В общем, о пространных вещах говорить пока не получается. Но я упомянул, что команда первую игру на втором этапе чемпионата высшего дивизиона проводит. Теперь это называется высший дивизион А после разделения 2/8. Соответственно, теперь у команд топ-8 появилась возможность, не беспокоясь о своем турнирном положении, не беспокоясь о том, что можно там вылететь или попасть в таковые матчи, ну, каким-либо образом, наверное, понятно, что последние годы все равно разделение чувствовалось, и в середине сезона уже было понятно, кто не вылетит, но, тем не менее, бороться так с открытым забралом в ситуации, когда поражение, по большому счету, ни на что не влияет, никак не сказывается ни на судьбе коллектива, ни на его перспективах. Ну а вот возможность себя проявить в таком коротком турнире, ну как коротко, получается 14 матчей, 2 круга в турнире из 8. Ясно, что здесь есть фавориты. Интер вчера показал свою мощь. Гефест первую победу одержал. Но еще не раскрутилось. Еще надо смотреть. Сейчас пока тяжелые поля. Здесь возможны сюрпризы. И потери, любые потери, они, в общем, могут фатальными оказаться. Потому что временное исправление ошибок немного. Абласов сейчас Казаряна бросает в прорыв. Здесь Лобанов до мяча не дотягивается. Казарян на углу вратарской бьет. И Байков выручает свою команду, и после этого Артем Феоктистов выбивает мяч на угловой. Виталия Абласова отметим, он классную передачу внешней стороной стопы. Вообще, знаете как, шутки шутками, но мне кажется, что Абласов чаще внешней стороной стопы отдает передачу, чем внутренней. Но эти приемы владеет совершенством. А сейчас после его подачи Игорь Дермаков совсем один остался и просто толком по мячу не попал. Момент голевейший. Буквально там 3-4 метра до ворот и мог расстреливать Байкова. APC сейчас очевидно отскочил в этой ситуации. И вообще потихонечку игра выровнялась. Я никакого преимущества, даже небольшого, не вижу у красно-черных. Скорее, Легион потихоньку забирает нити игры в свои руки. Если старт лучше электроникам удался, то сейчас Легион и мячом завладел, и территорией в целом.
Ларин налево, здесь Нерков. А почему не пробить-то, когда пушка у тебя? Но предпочитает подачу выполнить в стиле Дмитрия Камбарова. Получилось, ну, знаете, как говорится, старательно, но не точно. Середина первого тайма, 1-1. И продолжаем разговор о турнирных задачах и о том, что этому матчу сопутствует. Правда, сейчас у APC замены. Лобанов и Волков уходят с поля. Вот интересно, 13 и 14 номер. Выходит 15-й Милентьев. И под 31-м номером Игорь Андреянов. У Легиона есть Вячеслав Андреянов. Но здесь давайте не путать. Одна буква фамилии все-таки отличается. И, кроме того, Вячеслава Андреянова сегодня на стадионе нет. Его младший брат в заявке команды числится, но достаточно давно уже не играет. Что там, мы не знаем. Может быть, какие-то разногласия, может быть, какая-то травма. В любом случае, отсутствие Павла Андреянова в целом, наверное, это Легиону минус. В целом. Но, с другой стороны, команда уже привыкла играть без него, и новые лидеры появляются. Абласов сейчас классный проход правым флангом совершает. Байков все сделал правильно, он сократил угол обстрела, заставил Абласова в лицевую линию уходить, и дальше передача в центр не прошла. Но Легион сейчас острее, у него лучше получается вот на чужой половине поля, в концовках этих атак, обострять и доводить эти атаки до логического завершения. Здесь жесткий стык Трошляков против Нерокова, и Нероков фалит, потому что Трошляков был первым на мяче. Да, вроде бы было это обоюдное, обоюдный подкат, обоюдный стык, но тем не менее, Овсяников скрытую передачу под себя на Милентьева. Милентьев еще в игру не вошел как следует. Трошляков просто не побежал туда, в район правого углового флажка. Зона атаки APC. Легиону достается мяч. Вынос на Казаряна. Он против Сабирова сегодня пока действует здорово. Он его переигрывает. И сейчас классно выбирается из-под этого прессинга. Дармаков отличается к атаке. Он уже на линии штрафной бьет. Ногой выручает Байков. Казарян в центре. Подбирает мяч. И опасный удар. Вот что может Папин Казарян, когда он в тонусе, когда он хочет и чувствует вот эту жажду борьбы. Не обязательно быть впереди и ждать паса. Сейчас Казарян начал эту атаку, и он же завершал ее вторым темпом. А здесь ошибка! Ошибка последнего защитника Максима Белокрылова, который, может быть, еще немножко не согласованно действует с другими игроками обороны Легиона. Милентьев остался один на один с Александром Дементьевым. Ему мешали активно два футболиста Легиона, и удар у Дементьева не получился. Он покатил мяч рядом со штангой. Момент за моментом, друзья, просто не успеваем обо всем вам рассказывать. Тут же замена. Волков на поле вернулся и занял место в центре поля. Сабиров теперь занимает позицию одного из центральных защитников. APC играет в два защитника. Опять Казарян обыгрывает Сабирова, но Волков своего партнера страхует. Феоктистов в центр передачи. Такой пас под сломы и достается по ногам Глебу Волкову. Он всегда может за счет дриблинга выйти из-под опеки, но на своей половине поля, да еще спиной к чужим воротам, это не самая выгодная позиция, довольно рискованное вообще мероприятие. Здесь передача вперед направление Милентьева, и там Белокрылов свою ошибку исправляет. Ух, футбол. Футбол, 18 минут, классный матч. Вот эта вот музыка группа Ивана Купалы на заднем плане задает тон, мне кажется, знаете, как в пляжном футболе, который не чужд многим футболистам APC. Турниры проводятся под музыку, и, может быть, они чувствуют себя в своей тарелке, ну, те, кто в пляжный футбол играет, потому что многих и нет сегодня у электроников. Сергей Трошляков есть, он, наверное, свой опыт выступления в пляжном футболе может на текущую ситуацию спроецировать. Здесь фол в пользу Легиона. Очень много разговоров футболистов с арбитрами.
Дело в том, что очень трудно понять, какой элемент борьбы является легитимным вот на таком поле. Чуть-чуть проскользил игрок, его оттеснили, там толкнули корпусом или чуть-чуть рукой. Соперник оказывается на газоне, судья свистит. В других ситуациях вроде бы это часть борьбы. Может быть, на сухом поле такие вещи арбитр бы не фиксировал. Сейчас Казарян неудачно разыграл штрафной, у APC контратака, но она, скорее стоит ее называть атакой сходу, потому что никакого численного преимущества нет. И вот теперь позиционная фаза. Трушляков на бровке против Нерукова. Это опасно, но Неруков, уже наученный горьким опытом, не позволяет себя обыграть. Зато проходит передача. Гагик Петросян бьет из-за пределов штрафной выше ворота. Это, пожалуй, не опасно. Дементьев все видел, все контролировал. Я думаю, с этим ударом справился. Но не стоит забывать, что голкиперам сложно ловить мяч намертво. Мяч тоже скользкий. И здесь любой рикошет может оказать влияние на эпизод. Абласов классно обыгрывает сейчас соперника. Центр смещается, передача на Седова. Седов с правой ноги не бьет в центр на Газаряна передачу. Там никто не помог. Ларин растворился на поле. 20 минут уже прошло. Он пока ничем не запомнился. И пока у меня такое ощущение, что... Ну, нельзя говорить, что не привык к этому формату, потому что 8 на 8-то он играл. Другое дело, что, может быть, не привык к игре, не привык к партнерам. И оказывается, иной раз не в той позиции, в которой должен оказываться, чтобы совершить подбор или помочь своей атаке вторым темп. Да, но если так пойдет дальше, не услышите вы от меня интересную историю о турнирных мотивациях и о том, что сопутствует этому матчу, и об истории противостояния этих команд. Ну, может быть, сейчас два слова сказать удастся. APC и Легион закончили первую часть чемпионата на 6-м и 8-м месте соответственно. В итоге их разделило 3 очка. У APC 9 побед при 6 поражениях в 15 матчах. У Легиона 8 побед и 7 поражений. Но если APC заранее себе обеспечил место в восьмерке, то Легион, как, знаете, как в голливудских фильмах, все довел до последних секунд, ну не секунд, минут, до последней стадии последнего матча своего в первом круге. Все решалось по динке с МЗКП. Легион выиграл не без труда, счетом 2-1. И в эту восьмерку пробился, отцепив Энергомаш. И, как выяснилось, не только отцепив его от восьмерки, а вообще повлияв на судьбу этой команды, потому что Энергомаш, не пробившись в число лучших команд чемпионата, прекратил свое существование. Ну и вот, казалось бы, 3 очка, но по ходу турнира APC кое-что ли более цельное впечатление представлял. Очень удачно начал этот первый круг. Какое-то время лидировал, вообще среди лидирующих команд находился. Ну и в итоге закончил на 6-м месте. Достаточно неплохо для новичка высшего дивизиона. Что еще можно сказать? Сегодня играют две самые малорезультативные команды по итогам первой части чемпионата. APC забил 40 мячей, Легион 39. И Легион не только меньше всех забил, но и больше всех пропустил в топ-8. У APC здесь ситуация получше. 32 мяча, у Легиона 49. В общем, наверное, понятно вот из этой статистики, почему у команды Александра Седова вообще проблемы возникли здесь. Опасный штрафной. Вот по такому полю, еще раз говорю, можно практически с центра поля бить. И всегда будет, возможно, рикошет. Возможно, вратарь отобьет перед собой и будет добивание. Но здесь Легион уже контратаку разворачивает, и не задумываясь о том, что там в собственной штрафной произошло. Абласов на Казаряна. Играет Казарян в центр. Абласов 2-1! И блестящая двухходовка. Папин Казарян и Виталий Абласов все сделали идеально. И 88-й номер выводит Легион вперед на 24-й минуте. Тот момент, когда показалось, что APC опять начинает поддавливать. Ну что ж, закручивается интрига сегодняшнего матча. И еще раз скажу
повторю то, что говорил во вступлении к эфиру. Поединок этих команд между собой очень важен будет для распределения мест. Скажем так, с 4 по 8. Вот примерно так, наверное, может быть, с 5 по 8. Потому что все-таки тройка, четверка команд, которые будут бороться за медали, она в целом понятна. Это Интер, Гефест, ЦДКА и Динамо. В какой-то степени здесь могут побороться и другие коллективы после этого момента. Здесь Казарян, затерзавший Сабирова, заставляет того фолить на желтую карточку. Так что по карточкам у нас 1-1. Штрафной разыгрывает Легион. Ларин одного обыграл, на втором споткнулся. Но продолжают. Черно-серые контролируют мяч на своей половине поля. Здесь стык, мяч Казаряну отскакивает. Здорово, он стоит на ногах. Седов рядом, но чуть проскакивает. Феоктистов, Петросян. Дармаков. Как в хоккее практически... Ну, так сказать, бедром вперед подъезжал. Если бы это была игра с клюшками и шайбами на льду, я думаю, могли бы приличный хеликоптер увидеть в исполнении защитника Легиона. Но мяч сейчас на его половине поля. Седов здорово разворачивается, вперед играет на Казаряна. Казарян пяткой на Седова, и здесь успевает Игорь Андреянов постраховать своих партнеров. Опять потеря. Дармаков. Дальний удар готовит. Хороший удар. Байков отбивает перед собой, но далеко. И это правильно. И сейчас у Петросяна на левом фланге атаки есть свободное пространство. Бласов в подкате. И дальше в подкате Белокрылов. Еще и от ноги полузащитника APC мяч уходит. Еще одна замена будет. Трушляков поле покидает. И Евгений Овсяников возвращается в игру. И вы знаете, мне кажется, что это очень правильная замена, потому что Трушляков, вот примерно как и Максим Ларин у Легиона, абсолютно незаметен был в первые 25, может быть, там 20 минут тайма. Да, поначалу он был активен, но затем завяз. Немножко стихии Трушлякова — это скоростные проходы. Хотя и классным дальним ударом он обладает. А вот это класс, это подача. Здесь Дементьев читает игру, выходит из ворот, мяч забирает. Седов в центре. С Обласовым играет, но передача слабая. Подставил немножко партнера капитан. Теперь Волков назад. Феоктистов. Овсяников, сейчас он слева играет. Отдача штрафную, но в направлении Василия Милентьева. Василий Милентьев тоже инертен. Вот момент у него был сразу после выхода на поле. И затем как-то плотно его прихватили защитники. Не позволяет с мячом встречаться в штрафной площадке. Передачи вот эти вертикальные на форварда не проходят у APC. Нерков. Ларин в центре. Дармаков. Направление Казаряна, но не точно. Зато Дармаков здорово на перехвате играет. Вот если бы сейчас Казарян рывок сделал в левую сторону, могло получиться опасно. Но и так неплохо. Дармаков, Казарян, штрафной. И он на ударной позиции. Волков выручает свою команду в подкате. Ларин перехватывает мяч перед штрафной. Здесь стык играть можно. И здесь можно. Ух, какая заруба на каждом участке поля. Петросян, нет, здесь Белокрылов первый успевает сыграть по мячу. Обласов на Дармакова. Мяч в центре. Легион старается сейчас мяч поконтролировать, чуть сбить темп. Обласов. Седов. Ларин. Ну вот неплохо. Вот уже контроль мяча. Вот уже чувствуется, что Легион не терял времени даром. Команда
несколько товарищеских матчей провела во время зимнего перерыва, в том числе такой хайповый матч против команды Эгриси, известный, которую раскручивает Василий Уткин. Что касается самой команды, наверное, она еще пока не заслужила вот своей игрой каких-то высоких оценок и большого количества упоминаний, но все сопутствующее ей вызывает симпатию. Команду любительскую действительно раскручивают очень грамотно, очень правильно и очень профессионально. И понятно, что без Василия Уткина здесь ничего бы не получилось, потому что он и своей фигурой притягивает огромную часть аудитории, своей огромной фигурой, огромную часть аудитории, и своими знакомствами, связями, приглашением каких-то известных людей на матчи этой команды. Но в целом на северо-востоке потенциально может появиться сильный клуб, которому, правда, еще достаточно долго, долгий путь предстоит до высшего дивизиона. APC ведь на самом деле, может быть, без такого хайпа, но тот же путь проделал. Команда четвертый сезон существует, и вот играет в вышке. Ну что ж, первый тайм к концу подошел. 2-1. Легион обыгрывает APC после 30 минут игры. Давайте отдыхать, друзья, вернемся к началу второго тайма. Перерыв подошел к концу. APC Легион, матч третьего тура высшего дивизиона А. Третий тур, но первая игра для сегодняшних соперников. 2-1 Легион ведет после первых 30 минут. И все самое интересное во второй половине этого матча. Для тех, кто только сейчас включил нашу трансляцию, представлю футболистов, которые сейчас на поле. У APC состав следующий: в воротах Юрий Байков. Пара защитников сейчас составляют Марат Сабиров и Михаил Лобанов. В центре поля в опорной зоне Игорь Андреянов и Глеб Волков. На флангах Евгений Овсяников и Сергей Трушляков. В нападении Василий Милентьев. У Легиона Александр Дементьев в воротах. Три защитника: Дмитрий Неруков, Максим Белокрылов и Сергей Миронов. В опорной зоне Игорь Дермаков. В центре поля Максим Ларин и Виталий Обласов. Впереди Попин Казарян. Штрафной заработал APC. Сейчас будет удар в сторону ворот в исполнении Андреянова. И здесь Легион пытается разжаться в контратаку. Лобанов партнеров страхует. Ну что ж, напомню, что Волков уже на 4-й минуте открыл счет. Буквально через минуту-полторы Попин Казарян его сравнял. И на 24-й минуте, уже в концовке тайма, еще одна контратака у Легиона результативной получилась. Виталий Обласов ее завершил, а Казарян в этой ситуации отдавал голевую передачу. У Василия Милентьева такая борода шикарная, такой новый имидж. Издалека даже не сразу его можно узнать. Но пока супер-бомбардир APC не заметен. Ларин в штрафной. Ах, как здорово сыграл против него Глеб Волков. Не позволил резко так за счет смены направления движения уйти в сторону. И Ларин выжил угловой из этой ситуации, но на самом деле могло получиться куда опаснее, если бы пробил поскорее в темп этой атаки. Сабиров мяч скидывает. Здесь Неруков блокирует его удар, но мяч у Легиона остается. Миронов направо, на Ларин. Хорошая передача в центр. Дермаков ошибается, потому что против него Овсяников здорово сыграл. Милентьев принимает мяч, скидывает на партнера, подключает Трушникова до атаки. И у Легиона очень компактно сейчас расположены полузащитники. У APC просто не вышло эту атаку сходу развернуть.
Трошаков там в итоге продрался по правой бровке, но потратил кучу времени, и в итоге там штрафным все дело закончилось, а Легион отошел и позиции в обороне занял. Вот это, можно сказать, что и близко к образцовой. Переход из атаки в оборону. Только Попин Казарян остался на чужой половине, все остальные оперативно вернулись назад. Сергей Миронов куда-то в нашу сторону мяч выбивает и правильно делает, потому что уже его накрывали. Ну и EPC будет за боковой вводить. Немножко статистики я вам привел в первой половине. По того, что самые малорезультативные команды топ-8 сегодня играют. Ну вот еще в ту же кучку, в ту же категорию. APC и Легион в матчах против своих соперников из топ-8 одержали по одной победе. И, соответственно, проиграли в оставшихся шести матчах. Так вот, APC обыграл как раз Легион со счетом 3-1, а Легион обыграл Голдшарк со счетом 4-1. В остальных матчах очень интересно, да, вот в игре против Легиона APC забил трижды, а в остальных шести матчах три раза не забивал. В играх с Интером, Динамо и ЦДК, которые завершились 0-5, 0-4 и 0-6, соответственно, еще трижды забивал по одному мячу. При этом после атаки Волков здесь обыгрывает Миронова, прострел, Абласов не позволяет Милентьеву пробить. И очень хладнокровно выходит из обороны. Вот эта бровка под нашими окнами канадской кабины, она чуть получше почищена, а здесь рикошет не в пользу Александра Дементьева играет. Евгений Овсянников пробил. Максим Белокрылов подставил ногу и дезориентировал своего голкипера. 2-2. 2-2. Дальний удар — это оружие. Я только хотел сказать, что оружием являются и проходы по вот этой самой почищенной бровке в исполнении Глеба Волкова. И было действительно опасно. И вот, пожалуйста, просто удары за штрафной. Так вот, давайте продолжим. Три раза APC сбивал по одному мячу, но вот в целом, знаете, такое в матче против лидеров произвел хорошее впечатление. Ну, например, Гефесту проиграл 1-2. Забил один мяч, но пропустил всего лишь два, и там Гефесту в концовке чуть больше повезло, пожалуй, да, понятно, что, наверное, класс Гефеста выше, но обороняться тоже надо уметь и использовать это как часть стратегии на матч. 1-3 проиграли Неве. Вот тоже, казалось бы, особенно учитывая текущую форму Невы, результат так себе, но по большому счету в матче против APC Нева играла и нормальным составом, и, в общем, котировалась выше. По итогу вполне себе такой достойный результат. И вот три разгрома от Интер, Динамо и ЦДК, они получились не такими ужасающими, как, например, результаты Легиона в похожих матчах с теми же соперниками. После этой атаки нужно рассказывать, потому что Казарян едва не оформляет дубль, и здесь Байков, может быть, инстинктивно выручил свою команду, потому что просто пытался он перекрыть максимальное количество свободного пространства в воротах. Казарян пробил в ближний угол, и Байков ногой отразил этот мяч, перевел его на угловой, может быть, даже и невольно, а просто вот в нужной точке вратарь оказался. Сейчас здорово играет на выходе. Не рукав, дальний удар. Здесь мяч выносится. И вот Милентьев. У него есть хорошая скорость, но он передачу отдает от Рашлякова. И Дементьев! Теперь Дементьев спасает свою команду. Блестящая игра вратарей в двух эпизодах подряд. И, может быть, где-то не везет нападающим, но счет не меняется. 2-2. И у тех, и у других есть возможности для того, чтобы эту победу вырвать. И времени, главное, еще предостаточно. Хороший футбол, друзья. Вот ради этого, наверное, реформы чемпионата и проводились. Для того, чтобы мы видели больше классных матчей во второй части чемпионата. Замена. Волков уходит, Петросян вместо него. Это у APC, у Легиона. Седов вышел вместо Миронова пару минут назад. Ну и Миронов так единственного
роль единственного запасного исполняет. Сейчас она на скамейке своей команды. Неруков. Здесь уходит от Рашлякова. Главное точно передачу сейчас отдать, потому что потеря может обернуться контрвыпадом. Обласов на бровке. И вот Обласов обрезает как раз 3 в 2. Сейчас Петросян уходит. Можно отдавать побережную передачу. Ой, как медленно все делает Гагик Петросян. Хорошую срывает контратаку. Но атака продолжается. Бьет Игорь Андреянов. И мяч рядом со штангой проходит. Может быть, над перекладиной, над крестовиной. Но было опаснее. Было 3 в 1. И после того, как Виталий Обласов остался в подкате на газоне, не удел. Нужно было поскорее давать передачу направо, и там Овсянников и Милентьев разобрались бы наверняка в этой ситуации. Теперь отскакивает «Легион». В первом тайме я такое говорил про APC. Милентьев мяч принял. Рушляков, прострел. Нет, здесь Нерков блокирует. Наут. Подача. Петросян с этим пасом справился. Ну нет, нет. Миронов защитник цепкий. И так он... таким простым финтом его не обыграть. Дармаков. Налево. Нерков. Трошляков в подкате. Здорово играет и чисто. Седов теперь... Теперь Седов. Вот, да, ошибся я. Как раз Миронов вместо Седова, а сейчас Седов вместо Миронова. Но ошибся. Просто посмотрел. Зафиксировал эту замену и просто спутал. Но сейчас справедливость восстановлена. Капитан на поле. Миронов отдыхать отправляется. А здесь фола не было. Здесь фола не было. Казарян в борьбе просто был отделен от мяча. Милентьев, здорово, сейчас сыграно, и опять Белокрылова ошибается, и опять Дементьев тащит. Да что ж происходит с центральными защитниками «Легиона»? Много уже было футболистов на этой позиции по ходу сезона. И, кстати, в первой игре чемпионата между этими командами APC выиграл 3-1. Я напомню, Милентьев тогда 2 мяча забил, 1 Гагик Петросян, а у «Легиона» отличился Вячеслав Андрианов. Так вот, в похожей ситуации Василий Милентьев ушел тогда от Игоря Дармакова и забил. А сейчас ушел от Максима Белокрылова, но не забил. Про APC рассказал о результатах против топ-8 в первом круге. Про «Легион» пару слов. Вот «Легион» не очень здорово, похуже, точнее, своего соперника провел эти матчи. «Легион» 2 раза всего лишь не забивал. 0-5 с «Динамо» и 0-3 с «Аневой». В других матчах против лидеров забивал, но и счет там был куда более разгромный. Вот судите сами. «Интер» 1-10, «Гефес» 3-9. Ну и СТДК 1-6. Зато «Легион» обыграл 4-1 «Голдшарк». Казарян и Милентьев — лучшие бомбардиры команд. Казарян сегодня отличился и голевую передачу сделал. Ну вот у нас все заново начинается для бомбардиров в том числе. Поэтому... так, наверное, складывать не стоит. Но просто надо отметить, что Казарян 13 мячей забил в первой части чемпионата и 7 голевых передач сделал. Милентьев забил 14, но только 3 голевых паса. За ними пропасть. В общем-то, у «Легиона» 7 мячей забил Арам Саркисов. Его сегодня нет. Дальше вот Александр Седов 3+1. У Дениса Бычкова 2+4. В общем, сами видите, что... Казарян здесь, конечно, львиную долю голов забивает, а участвует больше, чем в половине всех голевых комбинаций. 20 голевых атак из 39 забитых мячей. У APC ситуация чуть-чуть получше, но вот опять же, Сергей Трушляков 3 гола всего забил, 6 голевых передач. Гайка Петросяна 5+5, у Евгения Овсянникова 4+5.
3 сегодня отличился он и забил также Глеб Волков. Ну и о других результатах уже сыгранных матчей, наверное, сказать стоит. У нас 2 недели назад должен был возобновиться чемпионат, и он возобновился матчами пятницы и субботы. И так получилось, что в высшем дивизионе А была сыграна всего одна игра. Голшарк обыграл Неву со счетом 4-1. И на 2 недели возглавил турнирную таблицу. Потом все матчи были отменены. И вот вчера у нас чемпионат так полноценно возобновился. В топ-8 вышки прошло 2 встречи. В одной Нева разгромно уступила Интеру со счетом 2-11. Просто, да, поражает воображение. Все-таки Интер был фаворитом, но казалось, что Нева, ну, может попробовать навязать какую-то борьбу. В итоге собралась в неоптимальном составе, восьмером. Я понимаю, что есть там периоды подготовки, профессиональные карьеры есть у многих футболистов Невы. Но вот Алексей Мамонов, например, лучший защитник в первой части чемпионата второго дивизиона, например, в составе Велеса на игры приезжает, а другие футболисты вот нет. Ну и не было там Александра Гамбердиева, например. Не было Георгия Нурова, не было еще нескольких важных игроков. В общем, Неве было тяжело, и там сразу почти все стало понятно. Интер играл в удовольствие, назабивал кучу красивых мячей, еще и не забил Артак Григорян пенальти. В общем, если смотрели, знаете, такой не бесполезный матч, может быть, не об интриге здесь стоит вести речь, а о том, что после паузы январско-февральской вот выпала возможность оценить мощь Интера. Ну а в следующей вечерней игре Гефест обыграл Голдшарк с счетом 4-2. Борьба была на самом деле очень плотная. Гефест, конечно, чуть посильнее, знаете, чуть поцельнее смотрелся, но оно и не удивительно, потому что в целом в одном составе Гефест играли уже достаточно давно. У Голдшарка несколько футболистов пришли, команда действительно стала сильнее, и Голдшарк сейчас одним из главных фаворитов как раз на 6-е место выглядит, а может быть и на 5-е, потому что вот Нева, Легион, APC и Голдшарк, наверное, это вот вторая четверка из топ-8. Посмотрим, конечно, как по сезону команды будут прогрессировать. Когда поля получше станут, и когда оптимальные составы получится собирать на все матчи. Но, тем не менее, в итоге сейчас 4 игры в вышке сыграно. И следующая диспозиция. Интер на первом месте, у него 3 очка после одной игры. Гефест также 3 балла имеет после одного сыгранного матча, но у него хуже разница. Голдшарк 3 очка после 2 матчей. И Нева на последнем месте с 0 баллов после 2 проведенных поединков. Все остальные еще не играли. Наш матч продолжается. И 3 его четверти уже позади. Сегодня играют «Динамо» с «ЦДК». Тоже достаточно интересный матч. Интересно будет посмотреть на новичков «Динамо» в деле. Ну и так тоже с места в карьеру. «Динамо» сейчас играет против «ЦДК». На следующей неделе «Даблхедер». Праздничный день, там 23 февраля прибавляется, и на севере будут проходить матчи, и «Динамо» придется сыграть с «Легионом», потом с «Гефестом» сразу. Трошляков сейчас мяч отвоевал, Гайки Петросян на ударной позиции, ну очень долго все придумывает, и в итоге придумывает какую-то
ерунду, если честно. Какой-то пас с подсечкой, мяч там попадает в Обласова. И в итоге Ларин его отвоевывает у Трошлякова на фланге. Казарян в центре поля завозился. Лобанов попытался его сбить, у него не получилось. Казарян один против всех. Уходит, уходит от соперников, бьет. Ух, ух, как опасно. Ух. И... свисток арбитра мы слышим, было зафиксировано нарушение, вопрос в какой точке. Ну, наверное, по первому контакту, да, вот здесь я соглашусь с Алексеем Копыловым. Все верно. Ну, Казарян классно сейчас продирался, как слаломист, как олимпийский атлет из России. Продирался через четверку оборонцев APC. Штрафной. Левая нога Седова, правая нога Казаряна. Что лучше, сейчас непонятно. Здесь можно и не подкручивать мяч, а просто пробить на силу в надежде на рикошет или подставление. А можно просто стенку обвести в девятку. Не факт, что Байков допрыгнет, но смотрим. Бьет Казарян! Ух! Феоктистов там на всякий случай мяч штрафной выбивает, хотя мяч не в створ шел. Десятая минута. Легион позиционной атаки был, но перехват. И мне показалось, что вот сейчас-то нарушение было. Ну, конечно, да, фиксирует это фол-арбитр. Просто Дармаков всем своим видом показывал, что ничего не было. Трошляков идет в обводку. Но нужно побыстрее мячом двигать. Отрезает сейчас четверых партнеров у Легиона. Преимущество на чужой половине. И Обласов здесь также злоупотребляет дриблингом. Трошляков на фланге. Казарян отрабатывает и сбивает, сбивает своего оппонента на желтую карточку, судя по всему, потому что арбитр оттянул нагрудный кармашек своей прекрасной голубой футболки. Да, нет. Ну-ка. Нет, нет, решил не наказывать Попина Казаряна, тот грамотно самоустранился, просто подальше отошел. Но штрафной все равно опасно. Игорь Андреянов. Пушечный удар, мяч падает в Обласова, удар и гол, добивание Сергея Трушлякова результативным. Оказывается, Дементьев максимум сделал, что мог в этой ситуации, и в принципе выручил команду, коснулся мяча, но... скользкий мяч все-таки отскочил в сетку. Сейчас какие-то претензии там друг к другу футболисты Легиона предъявляют. Ну а какие здесь претензии? Здесь нужно брать мяч и пытаться отыграться. 51-я минута, время есть. Дармаков. Казарян. Казарян отвоевывает этот мяч и штрафной зарабатывает. И, может быть, здесь спешить не стоит. Позиция-то хорошая. Стандарты в такой игре. Это грозное оружие. И Казарян вот вроде дернулся так быстро мяч разыграть. Потому что Максим Ларин совсем один на правом углу. Штрафной его никто не видит, кроме Михаила Лобанова. Он рукой показывает своим партнерам на соперника, мол, вот, обратите внимание. Но здесь уже и по свистку попросил Казарян. И стеночку в APC выставили. В общем, будет исполнять седьмой номер. Бьет по центру Байков. Опять отбивает мяч. Но здесь на подборе футболисты APC первые. Казарян бьет угловой, зарабатывает. Артем Феоктистов здорово сейчас сыграл на блоке. Дармаков будет подавать. Сейчас посмотрим, чем это закончится. Заканчивается очень опасным моментом. Седов. Сначала Белокрылов мяч выиграл там. Потом Седов. Здесь борьба. Кто-то на газоне. Удар Дармакова и еще один угловой. Не смогли красно-черный мяч и штрафной вынести. И сразу такая
Легкая паника возникла. Подстроиться под мяч непросто. Розыгрыш и перехват. И сейчас у Трошлякова есть возможность убежать. И у него партнеры есть слева. Лобанов мяч достанет, но контратаки уже не получится как таковой. Но вот Трошляков по-прежнему один. Не дорабатывает Дермаков в этой ситуации. Сергей Трошляков забивает четвертый мяч. И я пока не говорю, приносит своей команде победу. У Легиона по-прежнему есть время, но... Но его уже немного. 54-я минута. Трошляков дубль оформляет. Лобанов записывает на свой счет голевую передачу. Ну и Дермаков, конечно, не доработал в этом эпизоде. Это было очевидно. Лобанов, простите, Трошляков стоял там на углу штрафной достаточно долго. И можно было несколько шагов в его сторону сделать. И передача просто бы не прошла. А так 2-4. И Легион играл неплохо. И Легион, напомню, вел после первого тайма 2-1. А вторую половину проигрывает 0-3. Вот так. Конечно, выручал Байков, но вспомним, что и Дементьев пару раз выручал как минимум. Во втором тайме APC лучше. Дермаков уже в штрафной. Простреливает здесь серия рикошетов, и удар от ворот будет. Сказал я о результате матча APC Легион в первом круге. И больше вот в таком формате, скажем так, основных команд соперники между собой не играли. Но однажды играли APC и дубль Легиона. Играли в Кубке Третьей Лиги, когда APC, это в сезоне 14-15 было, когда APC только начинал свой путь. Но интересен этот матч тем, что дубль Легиона, особенно на Кубок, частенько играет, ну, таким полуосновным составом. И тогда играли оба Андрианова, вот Неруков, например, Станислав Мухин, Сергей Миронов. То есть даже из тех футболистов, кто сейчас на поле есть, несколько в том матче участия принимали. Ну, конечно, основным по-настоящему состав считать не получается, потому что не было, например, Седова и Казаряна того же. Но тем не менее. Ну а APC играл тогда еще без части своих будущих лидеров, того же Евгения Овсянникова, например. Но уже был Милентьев, уже был Петросян, уже был Трошляков. И Милентьев в том матче покер оформил. И принес своей команде победу с счетом 5-1. Вот APC тогда до четвертьфинала дошел Кубка Третьей Лиги и проиграл тогда мощному Кристаллу, тоже дублю, но который тоже играл основным составом. Еще помню хорошо, что Александр Зайчкин жаловался, что вот жребий неблагосклонен к его команде, и все коллективы, дубли коллективов высшего дивизиона, или там первого дивизиона, на тот момент его команде попадаются. Таким образом, Милентьев ворота Легиона за APC только забил 6 мячей. Ну и, естественно, надо такую более глубокую статистику поднимать для того, чтобы посчитать общее число мячей. Милентьев и в Машуке играл, и в Империи короткий период, да, но тем не менее. В общем, может быть и больше забил Легиону вообще. Ну вот сегодня не он главное действующее лицо, и более того, он не особенно заметен сегодня на поле, но его команда опять Легион обыгрывает. 3,5 минуты до конца, 4-2 в пользу электроников, Легион зарабатывает штрафной, достаточно опасная позиция на чужой половине, у APC замена. Александр Зайчкин вместо Сергея Трошлякова, героя, можно сказать, сегодняшней игры. Потому что на сегодняшний, на текущий момент Трошляков забил победный мяч. И что интересно, даже если Легион один мяч отыграет, все равно Трошляков будет автором победного мяча. Вот если Легион отыграет 2 гола, ну тогда просто не будет победы. Посмотрим, не будем забегать вперед, время есть. Опасный штрафной, бьет Обласов в обвод стенки, но и выше ворот получается. Сейчас, конечно, Байков спешить не будет. Хотя я не вижу, чтобы APC затягивал время так откровенно. Может быть, даже и чуть быстрее, чем нужно, этот мяч разыгрывает. Милентьев в центре. Зайчкин.
Нет, передача это не проходит. А здесь аут. Артем Феоктистов будет из-за боковой бросать. Абласов головой выносит. Ларин, Дармаков. Завозился. Нужно выходить. И выходит неточной передачей на Дмитрия Нерокова. Ну, Нерков сам под мяч плохо подстроился, но... Ну, как-то нужно почетче действовать в этих позициях своей штрафной. Миронов. Просто вперед бьет. Здесь Лобанов все перекрывает. Овсяников. Белокрылов. Гаги Петросян фолит. И в данном случае это фол тактический. Время постепенно тает. Абласов. Дармаков. Центр уходит. Ну, налево можно подключить Нерукова. Играет через Ларина Дармаков. И все равно до Нерукова мяч доводит. Ларин в центре. Неточный пас. И контратака могла бы получиться. Но и Петросян здесь ошибся. Миронов по флангу в проход отправляется. Далеко не убежал. Нерукова подключает. Неруков разворачивает атаку налево. Ларин. Подача. И здесь... Петросян перепрыгивает Сергея Миронова. Кстати, я, как мне кажется, сейчас понял, Александр Седов передал Сергею Миронову капитанскую повязку. Может быть, из-за этого я спутал. Оба футболиста невысокие. Но тогда, в начале второй половины, меня просто гложет эта мысль. Александр Седов, видимо, действительно серьезную травму получил, потому что он на скамейке запасных находится. И мне тяжело представить, чтобы в клатче, вот в решающие минуты, он оставил свою команду без помощи, если был бы в оптимальном состоянии. К сожалению, для легиона, наверное. При этом не умаляя мастерства и работоспособности Сергея Миронова. Но, вы знаете, такое сейчас ощущение, что немножко смирился легион с поражением. По крайней мере, ни о каком штурме речь не идет. Да и не стал добавлять к этому матчу ни минуты главный арбитр. Финальный свисток звучит. 4-2. APC обыгрывает легион в первом матче этих команд в весенней части чемпионата высшего дивизиона. APC получает преимущество по личным встречам, набирает первые очки. Легион остается с нулем в этой графе. Ну и мы, наверное, будем прощаться. Итоги мы подвели по ходу второго тайма. Футбол был классный. По большей части игрового времени равный, но в концовке APC, пожалуй, заслуженно победу вырвал, потому что сумел прибавить. Прощаюсь с вами, друзья. Для вас работал сегодня Кирилл Разумовский. У нас еще одна трансляция будет днем в 15:30, но это будет матч первой лиги. Оставайтесь с нами, ну и встретимся здесь, на полях Северной лиги.